Друзья, привет! Вы находитесь на канале Империя Инструмента. Меня по-прежнему зовут Антон. И сегодня мы находимся на выставке Лесдревмаш 2020. Главной целью нашего сегодняшнего визита сюда – это посетить нашего надежного партнера компании Fistool. Обязательно зайдем на чемпионат WorldSkills, возьмем интервью, спросим, как у ребят обстоят дела. Ну и сделаем общий обзор о самой выставке, посмотрим, насколько крутые станки сегодня представлены. Ну, не буду тянуть, погнали! И вот мы наконец-то добрались до стенда Fistool, нашего надежного партнера. Сегодня с нами Сергей, региональный представитель компании Fistool, который нам сегодня продемонстрирует новинки, расскажет подробно о их инновационных решениях. Ну и, соответственно, поработаем, посмотрим, насколько это круто. Рад видеть вас на нашем стенде. Всегда вы не пропускаете мероприятия, молодцы. В курсе всех последних событий. Компания в этом году решила на стенде показать новую пилу. Это инновационное решение у компании системы SoulStop, которая защищает наши бесценные пальцы при работе. В пиле будет установлен вот такой модуль, который позволяет опуститься пильному диску, как только кожа коснется зуба. Тем самым предохраняя нас при работе. Но об этом позже мы, наверное, увидим в деле. Да. Мы можем пройти к пиле. Николай сейчас нам покажет небольшие приемы при работе, что и как она выполняет. Ну так, друзья, давайте пройдем непосредственно к самой пиле и посмотрим ее в действии. С помощью параллельного убора, который устанавливается на специальные профиля, можно точно выставить размер нашей заготовки. Фиксируется жестко по двум точкам. Также мы можем очень быстро выставить высоту пильного диска. Двойной кожух обеспечивает хорошее пылеудаление и защиту наших рук. Как видим, при работе очень хорошее пылеудаление, практически нет пыли. Можем установить специальное приспособление, подвижную каретку, когда мы можем транспортируем и выставить определенный угол и отторцевать нашу заготовку под определенным углом. Выставляем угол. И очень быстро производим торцевание. Обратите внимание на качество реза. Осенью этого года наша компания выпускает на рынок новый инструмент. Это пила. По-немецки звучит примерно «Тишкрейдзеге», то есть настольная дисковая пила. Один из наиболее популярных инструментов. В любой столярке вы увидите его. Не только популярных, а наиболее востребованных. К сожалению, он не только наиболее востребован, но и более травмоопасный. Только в одной Германии в течение года происходит порядка 60 тысяч случаев травмирования людей на производстве. Как это происходит? Ну, предположим, мы с нашим товарищем решили, работая на пиле, отпилить заготовку. Поставили упор, включили пилу. Начали пилить.
И вдруг наблюдаем такую картину, что часть нашего тела осталась существовать отдельно от нас. Тут начинается самое веселье. Подбегают друзья. Отделившуюся часть кладут в целлофановый пакетик, а нас с тем, что осталось, везут в больницу. Врачи пытаются нас как-то склеить, шить, но матушка природа, она же все-таки лучше сделала нас. И получается в результате, что так же работать, как и раньше, эта часть уже не сможет. Поэтому наша компания решила выпустить на рынок новый инструмент. Инструмент, который прощает нам наши ошибки, который позволяет остаться целыми и невредимыми. В чем смысл? В чем принцип работы? Вокруг диска на диск подается постоянный сигнал. При изменении этого сигнала срабатывает тормоз, тормозная колодка врезается в диск и пила уходит вниз. Происходит это примерно таким образом. Получаем маленькое повреждение, а не отрезанный палец. Ой. Вот что мы предлагаем рынку, вот что мы предлагаем нашим клиентам. Мы прощаем ошибки. Впоследствии, для того, чтобы начать дальнейшую работу, нам необходимо заменить картридж и диск. На замену. И теперь диск работает. Снимем верхнюю крышку. Расклинивающий нож. Откроем кожух. Освободим патрон. Опустим пилу вниз до конца и поднимем вверх. Надо снять патрон. Что мы получаем в результате? Как работает эта система? Когда изменился сигнал, перегорело плавкий предохранитель. И за счет высокой жесткости пружины был выбран тормозная колодка, которая врезалась в диск. В этом случае диск остановился и ушел вниз. Это позволило не получить нам повреждений, которые, возможно, могли бы случиться при контакте нашей руки с диском. А, то есть вот это все идет у нас потом под замену? Да, для того, чтобы по-новому начала работать пила, надо установить новые диски, новую колодку. Предохранительную, то есть вот эту часть. Вот полностью вот эту часть или. Нет, вся. Полностью часть. Вот, то есть, да. Она отдельно патрон. Конечно, поставляется, да, конечно, поставляется. То есть здесь стоит твердая зависимость между диаметром, толщиной диска. То есть эта пила может работать только с дисками 254 мм. Вернее, не пила, а сама система. Головка. Да. Да. Самим патроном, скоростью вращения. То есть это все рассчитывается. То есть именно для того, чтобы за мгновение, вот это короткое мгновение, остановить этот диск и не получить повреждения, здесь строгая зависимость между скоростью вращения, массой диска, диаметром диска и этой колодкой. Потому что усилие, которое получает эта колодка в процессе удара, оно очень велико, больше полутонны. А останавливается она за 5000 миллисекунд. Ну, пилу мы увидели в действии. Теперь перейдем на следующую новинку. Это кромочная шлифовальная машина. Сергей нам ее сейчас продемонстрирует и расскажет, насколько она крутая. Еще одна из новинок, которая
начиналась поставляться у нас с октября месяца. Это машинка для шлифования кромок. Мы можем с помощью этой машинки обрабатывать кромки до 60 мм. У машинки адаптер может наклоняться и принимать форму той заготовки, которую мы собираемся шлифовать. В данном случае, если мы шлифуем кромку под прямым углом, устанавливаем машинку и проводим. Если наша задача шлифовать кромку вот каким-то углом под 45 градусов, то с помощью адаптера устанавливаем на площадку. Фиксируем. Работаем уже по заданному углу. Антон, попробуй. Давай, я попробую. Отличный результат. Видим, что при работе практически опять нету пыли. Что хотел сказать еще про машинку. То, что она аккумуляторная, аккумулятор с функцией Bluetooth. То есть при включении машинки у нас включается пылесос. Также так, за место аккумулятора можно поставить сетевой модуль. И машинка будет работать от сети 220 вольт. Сергей установил мне пылесборник, да, то есть теперь я абсолютно ни к чему не привязан. То есть хочу работаю здесь, хочу работаю здесь, братцы. То есть я полностью автономен. Сергей, что-то добавишь? Хотел еще сказать, что работаем мы на специальном приспособлении, это вакуумный стол, на котором у нас идет жесткая фиксация заготовки. Устанавливаем, снимаем. Вакуумный стол позволяет заготовку вращать, чтобы я быстрее обрабатывал кромки. И на этом столе у нас есть возможность менять еще и угол. Допустим, если мне нужно работать вот так. Сергей, а какой максимальный размер заготовки, который можно установить? Или их можно в ряд выставлять? Ну, больше метра будет грань у нас играть, поэтому где-то метр на метр она выдерживает. А вес не регламентируется? И до 50 килограммов на отрыв. А, ну то есть по сути я сюда не только древесину могу цеплять, да, то есть и какую-нибудь гранитную плиту там и так далее. Еще одна из новинок у компании – это специальный адаптер, который устанавливается на шину направляющую и позволяет нам торцевать заготовки под углом 90 градусов. Адаптер легко устанавливается на шину направляющую, фиксируется, и у нас получается угол 90 градусов. Мы можем пилить полутораметровый лист фанеры под точным углом. Пилим пилой аккумуляторной. Без пылесоса с установленным мешочком. Пылесборник. Антон, пробуй. Ощущения. Ну, все. Пила идет, естественно, легко, непринужденно, да, то есть, несмотря на то, что она аккумуляторная, силы тяги не хватает, да, то есть, отлично. Собственно, как мы видим, да, то есть, рез у нас чистый, практически нулевые сколы, да, то есть, ну, совсем мелкие. Опять же, если нужно здесь по материалу подбирать соответствующий диск. Как видите, пилили мы аккумуляторной пилой, не используя пылесос. У нас стоял мешок для сбора пыли. И посмотрите, сколько пыли в этом мешочке. Как мы видим, что пыль
очень хорошо справляется со своей задачей. Ну, пылесос, конечно, лучше справится, да, то есть, ну, пылесборник тоже будет в положении. За счет того, что она мобильная, аккумуляторная, я думаю, это решение. Понравилось? Отлично. Пила огонь. Сергей, спасибо за демонстрацию. Увидимся у нас в «Империи инструмента». Каждую среду в «Империи инструмента» я могу продемонстрировать инструмент для ваших клиентов. Ну а теперь, ребят, погнали на Battle World Skills. Так, друзья, мы пришли на чемпионат World Skills. Подробно о данном чемпионате, о сегодняшнем, по крайней мере, 2020, расскажет Николай. Что это такое для тех, кто не знает, и какие батлы между собой они здесь проводят. Николай. Добрый день, меня зовут Николай Голихов, и я международный эксперт компетенции «Просто Менделем». Сейчас в рамках выставки «Лес-Древмаш» у нас проходит отборочное соревнование в национальную сборную. И к нам приехало 6 участников со всей страны. Из Екатеринбурга, Красноярска, Татарстан, с Московской области. Те ребята, которые покажут здесь себя, проявят как профессионалы, мы их возьмем к себе в сборную для дальнейшего участия на чемпионатах Европы, мира и, возможно, в тренерских составах. Скажи, пожалуйста, правильно, имели победы уже на международных выставках, соревнованиях? Да, наша, так сказать, лучшая награда – это третье место на чемпионате Европы. В 2018 году его завоевал я для компетенции, для нашей. Вот. Но это только начало. Я считаю, что следующие ребята будут привозить серебряные и золотые медали. Скажи, пожалуйста, как долго в России развивается данный чемпионат World Skills? Сколько лет уже? В России это движение недавно, уже 5-й год. А на чемпионатах Европы и мира ребята соревнуются уже порядка 50 лет, этот чемпионат есть. Это очень похоже на олимпийское движение. То есть за 4 года до чемпионата собирается ассоциация, тянут жребий, какой город, какая страна, и выпадает страна, и там проходит соревнование. Каждый раз новая страна. И... Чтобы зрителям было понятнее, что здесь происходит, ребята за 18 часов должны сделать изделие. У нас тумбочка. То есть они получают заготовки, и за 18 часов они должны полностью их обработать, собрать, растопцевать, склеить. Все это потом оценится экспертами. А по каким критериям оценивается? У нас вообще в схеме оценки есть около 200 критериев. То есть если ты сделал шип, ласточкин хвост, ты его сделал, сдаешь экспертам. Они смотрят, как ты сделал, на качество. То есть не должно быть никаких рисок, ни зазубрин, ни каких-то следов от инструмента. Дальше смотрят, как плотность собирается, то есть разбирается. Соответственно, выставляют оценку за это. Поэтому все моменты шлифования, там, соединение до склеивания, соединение после склеивания, размеры, все это меряется и очень высокие требования к этому. Так, ребят, ну давайте теперь посмотрим, как парни работают, изготовляют тумбы, да, то есть для оценки по 200 критериям. Как тумбу можно оценить в 200 критериев? Ну, это не предел, да. Это еще не предел. На самом деле, вы сейчас можете наблюдать уникальные кадры. Это, так сказать, наши наработки. В процессе тренировок мы отрабатывали, как нам быстрее и лучше сделать типовые соединения на дверце. И вот пришли к такой комбинации, мы зажимаем заготовку, равную по толщине от дверцы, и вертикально на фрезере профрезеровываем паз. Это вот Сергей из Екатеринбурга в данный момент здесь сейчас изготавливает дверцу. Вот. Второй участник – это у нас Денис, Московская область. Вот. Денис уже на стадии сборки, то есть он собрал уже сейчас ножки, проверяет, подгоняет, и в скором времени, я думаю, он будет склеить. То есть у него уже… Денис у вас из какого города? Из Клина. Денис из Клина. Денис и Сергей сейчас уже в расширенном составе национальной сборной. Сейчас они между собой борются, кто из них будет лучше и кто, возможно, поедет на чемпионат Европы следующий. Друзья, ну а теперь пойдемте посмотрим саму выставку. В основном здесь станочное оборудование, ручного инструмента как такового нет, но и тематика выставки – деревообрабатывающее оборудование. Соответственно, посмотрим. То есть, кто...
симулятор тренажер для подготовки оператора. Есть балки леса. Для подготовки, как вам удобно. Штука крутая, наверное, очень дорогая, комфортная. Это вот сейчас из камина получается. Да. Такого я еще ни разу не видел. Друзья, и настало время подведения итогов. Сегодня на выставке «Лесдревмаш 2020» мы увидели очень много умных, хитрых, дорогих станков. Не всем удалось поработать, так как в большей степени все станки роботизированы. На этом, пожалуй, все. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока!